Всем привет! С вами Антон и редакция i2Hard. Какой должна быть идеальная игровая мышь? Каждый производитель имеет свой ответ на этот вопрос, и компания Ducky, известная своими механическими клавиатурами, не стала исключением. Встречайте долгожданную и по-настоящему эксклюзивную новинку Ducky Secret. Концепция модели весьма проста. По аналогии с продукцией компании Zowie, мышь ориентирована на хардкорных геймеров, которые ищут максимальный комфорт и производительность при минимальном наборе лишнего функционала. Развивая эту идею, новинки от Ducky, на мой взгляд, удалось превзойти своего идейного вдохновителя. Итак, Secret — это эргономичная мышь для правой руки среднего и большого размеров, с формой, которая напоминает легендарную Microsoft IntelliMouse 3.0. Однако в данном случае корпус был слегка уменьшен, благодаря чему абсолютно любой тип хвата с уверенностью можно назвать максимально комфортным и интуитивным. Также стоит отметить и боковые кнопки, за счет увеличенного размера которых они всегда находятся под большим пальцем, вне зависимости от того, как именно вы предпочитаете держать мышь. Что касается веса, то он довольно большой и составляет 120 грамм. Однако за счет хорошей балансировки это не доставляет никаких проблем. Более того, комплектация предусматривает два дополнительных грузика весом в 6 и 11 грамм, которые устанавливаются внутрь корпуса мыши, поэтому любители ощущать вес в руке останутся довольны. Перейдем к материалам, где нас ждет первый приятный сюрприз. Весь корпус выполнен из дорогого, жаропрочного и износоустойчивого ПБТ-пластика, который к тому же может похвастаться шершавой и очень цепкой поверхностью, которая как нельзя кстати подходит для игровой мыши. Следующий не менее приятный бонус – это кабель устройства, который по праву можно назвать эталонным. Он не защищен тканевой оплеткой, но зато без труда распрямляется, благодаря своей уникальной мягкости и податливости. Основание мыши также заслуживает отдельного внимания. Здесь расположились 4 небольших ножки, однако не стоит расстраиваться, так как они абсолютно идентичны тем, что устанавливались на Microsoft IntelliMouse, и на рынке представлено огромное множество различных комплектов на любой вкус. Не лишним будет отметить и то, что ножки не закрывают технических отверстий, а значит, разобрать мышь не составит никакого труда, и это никак не отразится на гарантийном сроке изделия. Также на основании присутствует специальная кнопка со световой индикацией. И так как Secret работает без поддержки программного обеспечения, управление осуществляется с помощью одновременного нажатия нескольких кнопок в разных комбинациях. К примеру, таким образом выбираются режимы DPI, частоты опроса устройства, а также калибровка сенсора под конкретную поверхность. И последнее, на чем хотелось бы заострить внимание, это RGB-подсветка. Здесь она сделана скорее в угоду модным течениям, и невзирая на яркость и сочные цвета, она смотрится довольно невзрачно. К тому же, аппаратное управление — это не совсем тот способ, который я бы назвал действительно удобным. Рассмотрим техническую базу. Всего в конструкции Secret насчитывается 5 основных кнопок. А теперь внимание! Каждая из них собрана на базе японских микропереключателей Amron, и благодаря почти совершенной сборке, единственным огрехом которой можно назвать едва заметный люфт основных кнопок, которые вынесены в отдельный блок, нажатия можно назвать близкими к идеалу. Каждая кнопка имеет четкий, упругий и информативный ход с выверенным усилием, поэтому придраться тут попросту не к чему. Что касается колесика, то и оно придерживается заданного стандарта качества. Механический энкодер Alps, который отлично зарекомендовал себя в премиальных решениях от компании Rocket, и здесь реализован на высочайшем уровне. А теперь о сенсоре. Здесь он представлен оптическим Pixart 3310, который в последнее время стал настоящим хитом. Мы уже не раз рассказывали о его достоинствах, таких как отсутствие акселерации, неприхотливость при работе на цветных поверхностях, высокая скорость чтения и отсутствие принудительной коррекции. В случае с Ducky Secret все это так, за исключением одного «но». Калибровка дистанции отрыва работает не совсем корректно. Да, мышь имеет несколько заводских предустановок, а также возможность настроить работу сенсора самостоятельно. Тем не менее, добиться максимально комфортных значений мне не удалось. Однако я на 99% уверен, что проблема заключена в программном коде прошивки, а значит, легко устранима и остается лишь дождаться грядущих обновлений. Что ж, каковы итоги? Создать идеальную мышь не так уж и сложно. Достаточно не экономить на комплектующих и принимать во внимание пожелания игроков.
именно этой концепции и придерживается Даки. В проверенном годами форм-факторе заключена мощная и современная технологическая база. На данный момент у модели есть небольшие проблемы с работой сенсора. Но я уверен, что дефект устранят, и в таком случае Secret может претендовать на звание лучшей мыши из всех, что были в нашей редакции. И на сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, заходите на наш сайт и вступайте в группу ВКонтакте. Спасибо за внимание и до скорых встреч!